Hallo, ich bin Lira und ich bin nicht zu Hause. Ich bin in der Türkei. Und heute bin ich am Meer. Всем привет! Я сегодня не дома, я в Турции и я на море. И сегодня как раз-таки обсудим этот предлог an. Ich bin am Meer. Я на море. Wann sagen wir an? Wir benutzen an, wenn wir am Wasser sind oder ans Wasser gehen. Итак, когда мы говорим an? Тогда, когда мы у воды или к воде приближаемся. Для начала рассмотрим три слова среднего рода. Das Wasser, das Meer и das Ufer. И составим простенькие предложения, но будем обращать внимание на вопрос. Ich bin wo? Я где? Вопрос wo требует датива. Ich bin am Meer. Я на море. Ich bin am Meer. Как an сразу превратился в am? Очень просто. У нас есть артикль среднего рода в дативе dem. An плюс dem становится am. Для удобства и быстроты речи. Итак, получается ich bin am Meer. Я у моря. Я у воды. Ich bin am Wasser. И я у берега, на берегу. Ich bin am Ufer. Ich bin am Ufer. Теперь же вопрос wohin? Куда? Я иду куда? Я иду к морю. Ich gehe ans Meer. Здесь уже an. И к нему прилепляется артикль среднего рода уже в аккузативе, потому что вопрос wohin. Ich gehe wohin, ich gehe an das Wasser. Ну, мы скажем кратко, ich gehe ans Wasser. Я иду к воде, ich gehe ans Wasser. Я иду к берегу, ich gehe ans Ufer. Итак, запомнили? Entschuldigung. Запомнили три слова среднего рода. Das Meer, das Wasser, das Ufer. Идем дальше. Теперь перейдем к словам мужского рода. Итак, возьмем речку. Река. Der Fluss. Der Fluss. Слово мужского рода означает река. Во множественном числе Flüsse. Кстати, если это ручей, то есть поменьше, да, уже, тогда будет der Bach. Der Bach. Во множественном числе die Bäche. Запомним. Der Fluss. Flüsse, der Bach, Bäche. Река, ручей. И все точно так же. Если я говорю где, вопрос у нас wo, то нам нужен датив. А датив мужского рода и датив среднего рода, они совпадают. Артикль тот же, dem. И получается ich bin am Fluss. Я у реки. Или ich bin am Bach. Я у ручья. Ich bin am Fluss. Ich bin am Bach. А вот если я иду к реке, тогда я уже скажу ich gehe wohin, и нам нужен аккузатив, а аккузатив мужской род dem. Ich gehe an den Fluss. Ich gehe an den Fluss. Или я иду к ручью, ich gehe an den Bach. Ну и добавим еще несколько слов мужского рода. Der Fluss, der Bach. Уже запомнили? Возьмем еще пруд. Der Teich. Я где? Я у пруда. Ich bin am Teich. Ich gehe an den Teich. И возьмем еще слово, тот же берег, может быть, или иногда пляж, слово der Strand. Der Strand. Ich bin am Strand. Ich bin jetzt am Strand. Я на пляже. Или я иду к пляжу. Ich gehe an den Strand. И еще одно слово мужского рода возьмем. Это слово озеро. Der See. И тут, пожалуйста, повнимательнее. Озеро. Der See. Слово мужского рода. Я у озера. Ich bin am See. Или я иду к озеру. Ich gehe an den See. А вот слово «дизе», слово женского рода, это уже море. Вы знаете, да, на севере Германии находится «ди Nordsee», Северное море, и «ди Ostsee»,
Балтийское море. Итак, как быть со словами уже женского рода? Например, мы вспоминаем все артикли женского рода прямо по падежам. Номинатив, генитив, датив, акузатив. Это ди, де, де, ди. Еще раз. Ди, де, де, ди. И мы знаем, если у нас вопрос «во», «я где», то нам нужен датив «ich bin wo». Я могу сказать «я на море», могу также сказать «ich bin an der See». «Der» – это у нас артикль женского рода в дативе. А если я иду к морю, «ich gehe an die See». Ну, мы можем взять еще одно слово женского рода, это «die Küste» – «побережье». «Я на побережье» – «ich bin an der Küste» или «ich gehe an die Küste». Итак, сейчас пробежимся по всем нашим сегодняшним словам. Сперва слова среднего рода. Das Meer, das Wasser, das Ufer – берег. Теперь слова мужского рода. Der Fluss – река, ручей. Der Bach – флюссе, реки, бехе, ручьи. У нас еще был der Strand – пляж или тоже иногда берег. Еще был пруд, der Teich, и еще озеро, der See, der See. И слова женского рода, которые мы с вами сегодня запомним, это die See, море, или die Küste. Еще одно слово хорошенькое, die Küste, побережье. Кстати, с именами собственными мы поступаем точно так же. Ну, например, возьмем тот же Nordsee, да, die Nordsee, Северное море. Я скажу, я на море, только на каком, уже на северном. Ich bin an der Nordsee. Ich bin an der Nordsee. Ich fahre an die Nordsee. Возьмем какую-нибудь речку, например, через Берлин течет река Шпрее. Внимание, проверяйте всегда, какого же рода реки. В основном немецкие реки, они женского рода. Die Spree, die Elbe, die Donau. Но есть и реки мужского рода. Der Rhein, к примеру, Rhein. Или der Main. И вот если я у реки, женского рода, да, я скажу Ich bin an der Spree. Если я туда только двигаюсь, Ich gehe an die Spree. А если река мужского рода, то, внимание, Ich bin am Rhein, an dem получается, да? An dem Rhein, am Rhein. Или я туда только двигаюсь, Ich fahre an den Rhein, аккузатив. Итак, я надеюсь, что это было полезно. И если вам понравился такой формат видео, я буду учиться дальше их снимать. Это было непросто, но в таком красивом месте грех вам их не показывать. Вот какая у меня находка. А в следующем видео я расскажу вам дальше об этом предлоге. Dankeschön. Tschüss.